24 минуты. Езжай. Поехали. Куда, туда? Наверх. Ёпты. А, во.
Мне без этого. Охуенно, блядь. Уступим профессионалам. Так, у меня спица нахуй вырвалась. Я спицу хочу вытащить поломанную. Может, ну его нахуй, этот ручей? У него сил-то дохуя, конь, блядь, на нем пахать можно. Что, у тебя получилось там заехать? Я короче горку не заехала, которая вот такая, вот помог поднять мотоцикл. Ага. Короче, я вот эти ступеньки все заехала, прикинь? Я их по очереди заехала, я ходом не могу, я меня сразу выматывает. Я одну заехала, встала, ну типа там ровно поставила, прицелилась, тронулась в нее, ну на той стороне оказалась. Ну как-то так. Это, сказали, надо еще больше сидений вырезать. Прям вот вообще-то.
Это как-то, ну, не знаю. Не, ну так-то оно не сложное тут. Ну, блин, так сказать, вы тут на пути, чтобы... А? Ага. А, блядь. Ну прикольно, ручок, слушай, ты будешь тут прямо ходил, хорошо не так. Так, ты мозги не еби там, блядь, стой, поздно, рано, нихуя тренер, блядь. Все, молчи, или хочешь, давай заезжай сама. Вперед? Да. Ну, да, надо заехать. Надо вот оттуда ее ехать, подальше съесть.
Палка под колесом! Палка под колесом, ты в палку едешь! Ну чё? Не, ну теоретически, конечно, можно, но они там что-то тоже это... Буквально в 5 метрах отсюда, и что-то там не весело. Ну оттуда, да, ходим. Ходим, но... Надо только с корнями закрывать газ. Не, ну так тоже нормально. О, хуярит уже. А? Хуячит кто-то. Так, тогда мне надо освобождать Викторию. Тихо. Короче, отсюда место точно не вариант заезжать. Ну, в смысле, вот отсюда. По ходам вроде идет. Да, ну, блин, добывай, а. Вот я так не застрял. Они там что-то это самое. Дальше. А? Давай, я тебя подтащу. А?
Вот до сюда, как в прошлый раз, доедь. Я понимаю, что не хотел. Все, все, давай. Вот оттуда, вот подальше. И ногу вот эту вот левую поставь наоборот, да, вот так вот заезжай. Пробуй. Ты в горку толкаешь заднее колесо, поэтому не едет. Ну, понятно, я не хочу поднимать. Едешь сюда? Я держу, держу, давай, залезай. Садись. Поехали. Поздравляю! Молодец!
Да вон они там. Нет. А может и не слежит. А? А может и не слежит. Березин сказала. Ну, блядь. Я то ли приняла тот факт, что у меня это типа высокий, то ли что. Ну как-то я расчет. Ну вот туда ты не затащишь мотоцикл. Не затащу, конечно. И мой тоже. Тем более, думаю. Ну что, надо объезд тогда. Так, а ты посмотрел там? Внизу ничего нет же, да? Дай я хоть посмотрю, ты не видишь ничего. Я держу, держу, давай, залезай. Садись. Поехали. Поздравляю! Заехал! Вон мотик, вон Женька. Это, как всегда, не снял. Давай! Где что нормально держит? Нет, нормально тут не держит. Прям выше, выше, туда закарабкивайся. Thank you.
Да не гондонские ветки. Все то же самое, только, блядь, больше газу. Да я поняла, они мне глаза. Так ты их с другой стороны объезжай, что ты? Вот здесь я ловлю, давай! Что опять? Целый палец? А чем ты так разорвала-то? Если, блядь. Ну-ка покажи. Как ты это сделала? Да я знаю, Сори. А, об гарду, наверное. Нет, я, походу, вот эту острую штуку задела. Какую? Вот сучок торчит, видишь? А, вот этот? Да. Если ты, блядь. А, ну пиздец. Ну что, поехали домой? Поехали, поехали. Евгения, о, после вас. Да. А где Макс? Макс наверх поехал, он запаянный. Как? Макс пока доверху не доедет. А, запаянный? Это перейди. Ваши крымские вот эти вот темы мне непонятны. Заинтересован в результате. А, заряжен на результат. Женя, блядь, давай съесть чуть-чуть. Ух ты, нихуя. Ты видел, как я это сделал?
Жень! Че, мы дальше едем или здесь что-то будем? Юр, что, здесь будем что-то? Не знаю, хоть попробуй подъем. Да ну его нахуй. Сейчас, чуть-чуть там. Вот поэтому, Сань, бабам место на кухне борщи варить. Это мы сейчас скажем Кириллу. Вывел Светку из строя, блядь. Поломал ей ногу. Это наш питерский мудак Миша, блядь. Миша мудак, блядь. Что? Да, да, у тебя там ни связки, ничего, просто поранилась и ушиблась. Ты вот там заедешь? По левой стороне? По правой. Ой, по правой. Ну, возможно, я не знаю. А, давай, там сухо.
Ах.